Вашему вниманию безотлагательно. Локоть аккуратно. Локтями аккуратно. Защищайся! Защищайся! Стоп! Стоп! Чё у нас? Секунд. Топ-тайм! Там губа с этой стороны. С этой стороны обойди. Обойди с этой стороны. Не очень. Сейчас промируй. Все, заканчивай. Губой. Иди сюда. Отлично. И возвращает до 10 тысяч рублей, а еще дарит бонус 500 рублей по промокоду УДАР. Олимбет максимум от игры, друзья. Смотрим. Егор Фальцов против Николая Учителя. Шевелится. Левша. Коль, он тянет тебя. Ой, хорошо попал Егор. И доработал. Умница. Хорошо. Он сейчас в форме. И здорово. Хорошая тройка. И дальше идет продолжать. Николай. Есть рассечение у Егора Фальцова. Ой. Поплыл. Ребят, как раз раунд под номером 2 остается за Николаем. И он дальше продолжает оказывать. Да. Очень качественно действует Николай на ближней дистанции. Николай Шевяков! Мазуров и Евгений Шишков здесь. И первый поединок, вашему вниманию, безотлагательно. И Эльвин Гарифуллин против Ники. В стойках, даже в боксе, да, передняя рука должна накрывать. Ой, хорошо. Дальше продолжает Никита. Соперник правосторонний действует. Заходить влево от себя.
Эльвин приглашает оппонента за разгон. Такой размен, посмотрите. Под переднюю руку за шагами вправо, сайдстепами. И опять пытается создать драку Эльвин. Попал в глаз. Поменял стойку. Она мне очень нравится. И рассечение такое достаточно серьезное. Да? Влево достает жестко Никита. Попал. Очень плотный удар. Падает Эльвин. Падает. Тяжелее нокдаун. Поднимется или нет? Поднимется, конечно. И он встанет. Да, но, по-моему, в такой прострации находится сейчас Эльвин. Еле-еле он передвигается. Остановка.